Всем привет! С вами снова Бьюти Бабушка и очередная распаковка корейской косметики. Давайте посмотрим, что же интересненького бабулька сказала для себя на этот раз. Я заказываю всю свою корейскую косметику на eBay, потому что не люблю подделки, люблю подлинную корейскую косметику. И эта посылка, ну, как всегда, за 3 дня долетела, добежала, доскакала до меня через службу доставки FedEx. Огромное ребятам спасибо. Ну, давайте скорее распаковываться, гладить, трогать, нюхать и будем смотреть, что же в этой посылке у нас с вами интересного на этот раз. И вот она, красота, красотенечка. Сегодня опять огромное количество косметики. Ну, как всегда у нас с вами 5 килограмм тут, наверное. Давайте смотреть, что тут внутри. Так, торговец этот раз нам показывает с вами высший пилотаж упаковки. Тут не только все замотано, но еще и заклеено. Давайте эту колбасу доставать. И вот оно, невероятное количество корейской отборной, с пылу с жару, новой косметики. Ну, не только новые, здесь есть и мои любимцы. Но давайте скорее смотреть, что здесь. И по нашей с вами устоявшейся традиции я разделю это огромное количество средств на 2 раза, чтобы мои зрители не были приклеены к экранам, а успевали выйти на свежий воздух, посмотреть. Вот тут весна красна, сугробы 25 сантиметров. Ну, ничего, у кого-то дела обстоят по-другому. И 2 отдельных видео выйдет с этой распаковкой, а посему подписывайтесь на бабушкин канал, чтобы ничего не пропустить. Бабушки не тот канал, чтобы имело смысл что-то пропускать, да? И относительно подписок, тут бабушка не сама себя похвалила, тут дело совершенно в другом. То, что я заказываю, то, что я показываю вам видео, имеет обыкновение очень быстро разлетаться у торговцев на eBay. Тем более, если учесть, что я заказываю у нескольких торговцев всегда одних и тех же, то становится ясно, что количество товара ограничено. Поэтому те, кто подписан на канал, приходят, быстренько все смотрят, заказывают, что понравилось, а у остальных потом возникают проблемы и обидки. Вот чтобы такого не было, подписываемся и в числе первых. Можем все с вами заказать. Но давайте начнем нашу распаковку с новинки. И с новинки от Медипил. Давайте вот так вот зайдем с козырей. У нас много еще средств от Медипил сегодня в распаковке будет, но начну с новинки. Я очень много лет использую и всем с чистым сердцем рекомендую замечательные гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз от Медипил. И до сего момента там были черные патчи, там были розовые с розой, голубенькие с гиалуроновой кислотой. Это замечательная линия с замечательными патчами, но сейчас в ней вышла новинка. И это новинка с низкомолекулярным коллагеном, с эктоином и, конечно же, с гиалуроновой кислотой. Патчи бренд определил строго как лифтинговые. Это борьба с мешками, да, под глазами, с провалами. То есть кожа присобирается. Да, ей дают возможность опомниться и исправиться. И из дряблых, отвислых тряпочек превращается в нечто молодое и упругое. И здесь с упаковкой не стали выдумывать колеса. Упаковка такая же. И вот они. Посмотрите на эту красотищу, которая плавает в роскошной антивозрастной сыворотке. Не имеет смысла лазать сюда пальцами, как вы, наверное, понимаете, да? Здесь такую вам красивую ложечку положили. И вот такие роскошные патчи. Каждый раз, вот просто каждый раз, когда я распаковываю на канале патчи, даже иногда, когда их и не собираюсь распаковывать, мне пишут в комментариях, ну, люди с ограниченными, скажем так, взглядами на уход за кожей. Видите, как я выкрутилась, да? Хотела о другом ограничении сказать, но выкрутилась красиво. Это люди, которые рекомендуют мне варить патчи из желатина на основе вот этих мерзких пакетиков с чаем, да? Там палки, пух, птичьи какашки, все вот это. Ну, потому что они самые дешевые. И мне потом все это рекомендуют поставить в морозилку. И вот так заботятся о моем благосостоянии, что меня даже скупая слеза пробивает. Но ни в коем случае, не, пожалуйста, плиз. Ладно, вы это пишете, но не делайте этого дома. Желатин – это не гидрогель. Что такое гидрогель? Это сыворотка, которую превратили в
вот в такую форму. Это сыворотка. Когда у нас вот такое чудо, кстати, с потрясающе приятным ароматом, лежит на коже вокруг глаз, оно отдает вот эту сыворотку в коже. От тепла поверхности нашей кожи вот это все подтаивает. И чем у девушки более обезвоженные подглазья, тем в меньших и прозрачных червячков превращаются патчи, иногда полностью растворяясь. Вот у меня в самые засушливые периоды я наношу под глаза вот такой патч и снимаю засохшего червячка. И это все, вот эта вся влага остается в нашей коже. Что такое желатин? Это то, что ваши подглазья иссушит, состарит, вытащит из них всю влагу. Еще и с этим мерзким чаем. Пакетиках, народ, не надо так делать. Зачем? Я всегда говорю тем, кто хочет сэкономить. В природе существуют белорусские гидрогелевые патчи для кожи вокруг глаз. Да, в них нет такой сыворотки, как у Медипил. Но в них положат вам несколько видов гиалуроновой кислоты. Это же во сколько раз лучше желатина и пакетиков чая, которые под глазами под вашими наведут полное безобразие. Белорусские патчи мне очень понравились. У нас проблема только в том, что доезжая до Финляндии, они становятся золотые. Сейчас как бы в Беларуси я совершенно спокойно и сама могу перейти на них по большей части и спокойно их рекомендую. Абсолютно, без каких-либо проблем. Поэтому вот такая вот замечательная новинка. Будем лифтинговать подглазья. И Медипил нас вот так вот обрадовал. Следующее средство – это новинка с ретинолом. Это средство от корейского бюджетного бренда для молодежи Тони Моли. И прежде чем царицы, которые привыкли исключительно к люксу и не приминут каждый раз мне в комментариях написать, как только я вынимаю из закромов бюджетное средство. Да, на моем канале есть, были и будут бюджетные средства тоже. Либо привыкайте, либо ищите блогера строго по люксу. Я уже давно, скажем так, выросла из средств от этого бренда. Это молодежный бренд, он этого совершенно не скрывает и никогда не пытается выдать свои средства за чудодейственные антивозрастные снадобья. В Корее все знают, что это молодежный бренд, и возрастные девушки к нему не лезут. Но я часто использую от этого бренда дополнительные средства ухода, такие как тканевые маски, мисты, потрясающие мисты они делают, просто потрясающие. И очень часто я заглядываю на страницы этого бренда, заглядываю к блогерам, что же они навыпускали. Сделана эта линия с ретинолом не для возрастных женщин. Это понятно. Здесь кроме ретинола есть пептид в составе. Здесь есть бокучиол, которому приписывают свойства ретинола. Здесь 18 растительных ингредиентов. Это растительные экстракты, да, и другие производные. И, конечно, здесь есть экстракт центелла азиатской, потому что средство для молодежи и для очень многих это будет актуально. Линия с ретинолом от Тони Моли называется премиальный. Слово премиальный не обозначает, что это косметика люксовая. Премиальный – это лучшее, на что способен какой-то конкретный бренд. Вот, например, бренд категории масс-маркет, молодежный бренд Тони Моли. Лучшее, на что он способен, это вот такая премиальная линия с ретинолом. Конечно, это люксово ее не делает, но сюда вложено очень много усилий. Состав большой, состав красивый, но он, конечно же, для раннего антиэйджа. И все, кто пишут мне часто в комментариях, там нужен высокий процент ретинола, нужно то, нужно все, очень много кому чего нужно, но давайте не забывать, что на земном шаре есть люди, нуждающиеся в раннем антиэйдже, которым все вот эти ваши большие проценты ретинола, бабушатские, они не упали, даже даром. Поэтому для людей, нуждающихся в раннем антиэйдже, имеет смысл обратить свой взор на middle market, на премиальные линии масс-маркета. И, хочется залезть в люкс, конечно, можно пользоваться люксом. Вреда никакого от этого не будет, просто ваша кожа не съест это все, и вы абсолютно напрасно потеряете деньги, больше ничего интересного не произойдет. Если нравится люкс, есть денежка, нравится тактильное ощущение аромата, то почему нет? Но если есть желание сэкономить, если кожа нуждается в раннем антиэйдже или вообще в предупреждении морщинок в профилактике, то вот такие линии – это самое настоящее спасение. Это ночная маска, которая борется именно с наступающими морщинами,
Она также делает кожу сияющей изнутри здоровым блеском, не жирным блином, да, который вот рисуют очень многие девушки себе сейчас, а именно здоровое сияние ухоженной кожи изнутри, как я говорю, дорогая кожа. И это средство я, естественно, приобрела для ребенка. Ей сейчас 28 лет, и ей совершенно не нужен какой-то суровый антиэйдж. Сначала, благодаря корейскому люксу, мы привели ее иссохшую кожу в полный безоговорочный порядок. Но сейчас этот порядок нужно поддерживать и, конечно, уже смотреть в сторону антиэйджа, пусть даже раннего. Так, давайте посмотрим, что здесь интересненького положили. Да, такая замечательная маска ночная. Почему ночная? Потому что это ретинол. Ретинола здесь действительно немного. Да, и бренд этого не скрывает. Но мы с вами только что обсудили, почему его здесь много быть не должно. Так что я думаю, что все приложили палец, да, куда нужно, туда и приложили. Так, давайте смотреть. Значит, средство имеет типичную корейскую консистенцию. Вот они любят такой финт ушами делать. Выглядит плотным кремом. Наносишь на кожу, и от тепла оно становится, ну, фактически полужидким бальзамом. Впиталось замечательно. И здесь есть, конечно, улучшатели. Почему корейцы так часто в любом сегменте добавляют вот такие визуальные улучшатели в свои средства? Ну, логики, на первый взгляд, нет. Это же ночная маска. На кого можно ночью, уткнувшись мордой в подушку, произвести впечатление, казалось бы, да? Но эти ночные маски коконом вот таким красивым обволакивают нашу кожу. И утром очень часто после люксовых, нелюксовых корейских ночных масок, любых, самых качественных и убойных, я иногда встаю с помятым лицом. Но дальше я следую инструкции. Я иду в ванну и смываю эту маску теплой водой. Вот это помятое лицо такое какое-то непонятное, оно улетучивается начисто. И под этим всем роскошная, ухоженная, молодая кожа, свежая, как лепестки роз. Вот так они делают. Это кокон защитный, который обволакивает кожу для того, чтобы все эти замечательные ингредиенты не улетучивались. Смываем утром некрасивый кокон, становимся бабочками. Так, ну, так вот бывает. Очень интересные, такие хитренькие, я бы сказала, средства. И эта маска, конечно же, отправляется к ребенке. У меня на канале все больше становится девушек, которым нужен именно ранний антиэйдж, поэтому я обязательно буду и впредь ваши интересы учитывать. Следующий номер в нашей программе обрадует моих постоянных зрителей, ну, просто до безумия. Я думаю, что те, кто смотрит меня несколько лет, знают, как я люблю сыворотку с волюфилином от весьма бюджетного косметического бренда Сидмул. Волюфилин в этой сыворотке французский, да, это лаборатория Сидерма обычно. И я использую уже очень много лет. Что делает волюфилин? Он пришел к нам из средств для груди, и он в свое время обеспечивал упругость и эластичность бюсту. Теперь уже много лет назад высчитаны нужные пропорции, и он обеспечивает упругость и эластичность нашему лицу. И очень-очень много лет я использую эту сыворотку с волюфилином курсами, добавляю в люксовые уходы, потому что она действительно шикарно работает. Но сейчас Сидмул решил не отставать от времени. Все выпустили стики, и он побежал. И это тот случай, когда побежать вместе со всеми имело смысл. Стики – это роскошная вещь. Как же я люблю стики. Два направления сейчас в Корее – это компрессы и стики. Вот их любят все. Что делает такой стик с волюфилином? В течение дня я наношу его на весь уход, на макияж. И если макияжа нет, то я наношу его массажными движениями от центра лица к периферии и снизу вверх, чем обеспечиваю в течение дня еще и потрясающий массаж. Если же на моем лице есть макияж, то я ни в коем случае не тру. Я протаптываю мимические морщины, носогубки, межбровные морщинки, да, гусиные лапки могу протоптать вот таким вот стиком. Кажется, что ну ничего не произошло. Потыкала бабка и потыкала. Да, ничего интересного не случилось. Но если много дней подряд, месяцев, лет, в течение дня
несколько раз. Мы наносим такое активное средство на морщины, в том числе самые глубокие. Край морщинки сглаживается, размягчается, она становится менее резкой, в том числе и визуально менее заметной. И когда вот это все попадает в разлом, морщина перестает расти. Стягивается вот этот залом. И старение кожи, чисто вот такое визуальное, да, за счет морщин, оно приостанавливается. Это работает. Я использую стики уже много лет, собственно говоря, с того момента, как только они появились. Я обожаю все новое, сразу люблю все пробовать. И в группе очень много отзывов о том, что стик коренным образом изменил уход за кожей. Что у нас здесь? Стик с волюфелином. По стародавней корейской традиции хороших средств его на коже не видно. Если девушки мне пишут в комментариях, что какой-то стик жирнит, значит, они наносят его на все лицо. И в их случае лучше именно протаптывать морщинки. Не нужно протаптывать много раз. Вот так один раз прошлась, все. У вас не заметен стик, вам не видно. Но то, что вам не видно... средство. Это не значит, что оно не работает. Оно великолепно работает. Поэтому, если у вас стик жирнит, ни в коем случае не выбрасывайте его, никому не отдавайте. Переживут, перетопчутся. Он нужен вам самим. Просто легким движением вот так вот топ-топ-топ-топ по морщинам. Все. И если по какой-то причине на вашей коже какой-то стик блестит, то именно для этой цели его и следует использовать. Ну, грубо говоря, для этого их и делают. И очень рада, что это средство вышло в виде стика. Теперь мою активную сыворотку я могу наносить не только утром и вечером, а в течение дня сдабривать мою кожу волюфелином. Это же шикарно. Но давайте двигаться дальше. Следующее бюджетное средство. Там все, наверное, знают вот этот бренд. Skin 79. И это одно из средств, которое является классикой корейской косметики, бестселлером корейской косметики. Это тональный BB-крем. Почему же он стал бестселлером? Только в Корее. Только в корейской косметике. За вот такие вот деньги нам в состав положат и аденозин, и ниацинамид. И смешают для нас красивые фильтры, защиту от ультрафиолета. И еще и положат гору растительных экстрактов. В европейском аналоге за эти деньги вы найдете силикон, тлен и уныние. И это средство, я не знаю, наверное, только самый ленивый не показал его. Я тоже многократно его в своих видео показывала. Оно выглядит как? Здесь создаются линии разноцветных вот таких баночек. И каждая банка несет в себе какой-то определенный смысл. Они есть матирующие, они есть увлажняющие, тонкие, толстые, закрывающие абсолютно все, прикрывающие татуировки при необходимости. И вот такими баночками новыми нас все время радуют. И это тональная основа для возрастной кожи, потому что она борется с морщинками. Много уходовых ингредиентов, которые я вам уже выше перечислила, да? И это средство также сделано с учетом того, чтобы оно в морщинке не забивалось. Конечно, при глубоких морщинах, носогубки, да, межбровные складки, гусиные лапки, вопрос решают две вещи. Это увлажнение и нежный, увлажняющий, роскошный праймер. И тогда никакой крем не будет забиваться ни в какие морщинки. Но здесь решили за счет уходовых компонентов эту проблему частично решить уже в тональной основе. И в это средство добавили такие увлажнители, как, например, дамасская розовая вода. Фильтры здесь, как я уже сказала, смешанные. Давайте посмотрим, как все это работает. Так. И этот BB-крем, так же, как многие его корейские коллеги, он подстраивается под общий тон кожи. Вот такая бежевая красота. Я хочу обратить ваше внимание, как много я его нанесла для того, чтобы показать вам лучше его консистенцию. Вот так роскошно он входит в кожу, дает ощущение шелка, да, и прокрывает абсолютно все. То есть здесь на руке уже нет никаких абсолютно вен, синих не видно, только видно за счет того, что они дают какой-то объем. Да? Ну, например, синяки под глазами объема, к счастью, не дают, поэтому видно этого не будет. Замечательно, замечательно. Плотное прокрытие. И давайте сейчас я сниму излишки, посмотрим, какой будет финиш.
Итак, что мы имеем при цивилизованном нанесении? Это, вне сомнения, матирующая тональная основа. Но она не делает заштукатуренного финиша, как я всегда говорю, лицо старого трансвестита. Да нет, такого нет. Это легкое-легкое подсвечивание здоровой кожи изнутри. Замечательно выглядит. Очень легкий аромат, ну, практически незаметный. Можно сказать, что его как-то особо и нет. И на возрастной коже здесь он никуда не забился, ни в одну морщинку. Конечно, это рука, но все равно на возрастной коже руки абсолютно, вот мне поверьте, есть во что забиться и в чем остаться. Да? Очень натуральный финиш, при этом все прокрыто начисто. И средство, конечно, бестселлера. Я думаю, что все любители корейской косметики очень хорошо знают этот бренд, именно эту тональную основу, да, вот такое вот новенькое что-то вышло именно для возрастной кожи. Нас с вами побаловали. Следующее средство – это очень любимый мною бренд, косметический La Bonita. У нас в группе очень-очень многие его любят. Вот такой вот бренд корейский с горячим латиноамериканским названием. И они выпустили мыльце с витамином С. La Bonita, мыльце и витамин С. Ну, вот она отрада дня. Что еще, скажем так, желать, чтобы он лучше удался? Я обожаю мыльце для лица. И многие азиатские девушки полностью со мной в этом согласны, потому что в мыло невозможно положить столько всякой гадости, которую можно напихать в пенку. И поэтому очищение кожи мылом намного более щадящее при точно таких же очищающих свойствах. И, кроме того, это огромное удовольствие. Не знаю, мне нравится мыльца. И давайте смотреть, что у нас тут. Чем у нас разродилась La Bonita. Они делают очень хорошие мыльца, самые разные. Так, не обращайте внимания на этот странный супер надрез. Дело в том, что я делаю для блога, для группы фотографии. Мне еще каким-то загадочным образом нужно будет это все сфотографировать во всех упаковках. И здесь у меня духовное противоречие. Либо не показывать вам это средство открытым и обрадовать своих девочек в группе новеньким, да, не распакованным. Либо показать и прибегать вот к таким вот ухищрениям. Видите, я выбрала второе. Ну, да, ясно. Русские не сдаются. И здесь вот такая вот прелесть. Эти мыльца на ощупь мягкие. Такое чувство, что они сделаны из силикона. Яркий, красивый, но в то же время нежный цитрусовый аромат. И здесь чувствуется лимон. Ну, тут есть и апельсинки, и цветы. Для кого это мыло? Это мыло прежде всего для владелец, да, такого состояния, которому никто не рад, как пигментация, веснушки. Если у вас весной появляются вот такие легкие пигментные пятнышки наподобие веснушек, можно предотвратить их потемнение, расползание по лицу, уже только умываясь соответствующей умывалкой или мылом. И витамин С в этом, ну, ему нет равных. Кроме всего прочего, постакне. И если все эти проблемы, пигментация возрастная, да, постакне, веснушки, если все это уже застарелое, то мыльце, конечно, станет только частью вашего антипигментационного ухода. Если же проблемы, скажем так, вы решили ловить на лету, с чем я полностью солидарна, то вот такого мыльца в уходе достаточно, чтобы все не росло и не расползалось. Кроме всего прочего, такие мыльца, они всегда предупреждают возникновение новой пигментации. Как только что-то начинает в коже образовываться, с этим сразу же имеет смысл бороться. И чем еще радует нас? В каждом средстве хорошем витамин С. Это, конечно, порция антиоксидантов. И это взбадривание тусклой, жухлой серой кожи. Придание ей жизнеспособного вида, да, ухоженного и более молодого. Замечательно. Какое же оно мягкое, какое же оно сладкое. Вот La Bonita не подводит. Такое мыльце для умывания. Конечно, можно его использовать и для всего тела, для рук. Да, кому как нравится. И у нас с вами есть еще средство, очень интересное, которым нас порадовали. Не так давно я показала в своих видео, в Reels и в группе делала отзыв на маски. Очень интересные маски-роллы, которые снимают необходимость начисто путаться в тканевых масках.
И эти маски впервые появились на выставке в Сеуле осенью. Там всекорейское, очень известное, скажем так, культовое мероприятие K-Beauty 2023. И вот с этой выставки они у меня и приехали. Но сейчас этот бренд выпустил новое средство. Так, вот эти маски, кто забыл, это вот тот же бренд, Калдори. И эти маски очень интересные. Вот в таких вот саше достаем ролл, просто разматываем по лицу. И, казалось бы, вот сделали новую технологию, облегчили страдания всех женщин мира, выпустив вот такие маски, необыкновенно удобные, но они еще и просто потрясающие по составу. Там есть красная упаковка антивозрастная, а вот это для раздраженной кожи, для проблемной кожи, для каких-то высыпаний непонятных. Вот накануне красной дорожки взяла и обсыпала, как говорится, всю физиономию. Берем, лечимся. Замечательное средство, но давайте посмотрим, на что этот бренд способен еще. И это ночная маска. Ночные маски мы используем в корейской косметике 2-3 раза в неделю, наносим на ночь, а утром смываем. Упаковки, конечно, тут не знаешь, как подступиться, да, затейники. Ну и понятно, да, нас решили обрадовать снова саше. На этот раз он такой золотой красотище. Абсолютно какой-то свой дизайн у бренда, своя волна. Они очень-очень придерживаются вот этих роскошных восточных традиций. И в то время как многие корейские бренды от них отходят, к моему большому вот лично сожалению, я очень люблю, когда какие-то бренды корейские сохраняют вот эту вот национальную культуру и пытаются свое изобразительное искусство, да, здесь вот использовать всевозможными методами. Давайте смотреть, что за маска. Маска это с коллоидным золотом. Это один из камней преткновений, где Восток никак не может договориться в Западах, в моих комментариях под видео. Я уже не раз распространялась на эту тему и даже не буду сейчас все это заново вам рассказывать, но коллоидное золото действительно имеет омолаживающие свойства и действительно проводит ингредиенты лучше в кожу. Как это выглядит, можно посмотреть, ну, абсолютно на любом корейском сайте любой абсолютно фирмы, выпускающей косметику. В одном из видео я все это разжевала, показала, но корм пошел не в коня, корм пошел совершенно в другом направлении, поэтому я не буду все это сначала рассказывать и просто прошу, если вы не знакомы еще с тем, что такое гальваника, если вы спали на уроках физики в школе, если вы мальчикам записки любовные писали на уроках химии, не слышали, что учительница говорила, то это не значит, что разработанная в высоких технологиях корейская косметика не работает. Это просто значит, что вы там, ой, спали. И вот в подтверждение моей правоты возмущенно плюнула, правда, почему-то в меня. Корейская ночная маска с коллоидным золотом. В корейских масках с золотом всегда присутствуют пептиды. Иногда целые комплексы, гиалуроновая кислота, аденозин и другие очень интересные антивозрастные ингредиенты. Кроме того, коллоидное золото, оно образует светоотражающие частички, точнее, оно их не образует, оно из них состоит. И это все блюрит нашу кожу. Средство имеет консистенцию бальзама, тает от теплой кожи. Я уже давно не встречала корейское средство, вот честно вам скажу, которое не тает в коже после нагревания. Очень давно. Не могу даже припомнить. Может, где-то еще в масс-маркете такие вот тугие кремы, хоть маслом режь, да, которые надо втирать в кожу, еще существуют. Но современную корейскую качественную косметику достаточно нанести средство. Все остальное, как говорится, сделает природа. И поэтому без каких-либо косметологических камасутр, изощренных поз и непонятных нагреваний корейская косметика входит кожу вот так вот замечательно. И это ночная маска, которую мы держим ночью, спим с ней и утром смываем теплой водой. Для чего эта маска? Для улучшения вашего, скажем так, ну грубо скажем, но скажем как есть, товарного вида кожи. Допустим, утром у вас ответственное мероприятие. Всю ночь готовились. Там, например, собеседование, и чувствуете, что умом удались, а вот внешние данные хочется быстренько подтянуть. Утром ухоженная кожа. Эффект конкретно от этой маски вот такой. Я смотрела
своих любимых возрастных азиатских блогеров. И здесь вопрос именно в визуальном улучшении кожи. И поэтому здесь вот такая упаковка саше – это наимудрейшее решение. Когда нужно, вытащил из шкафчика, куда ее заботливо поставили в запас, сделал и забыл о проблеме. Вот такая замечательная маска. И это у нас с вами первая часть распаковки. Я вас смею верить, что во второй части распаковки будет не менее интересно, ново, свежо и красиво. Поэтому не забывайте подписываться на Бабушкин канал, чтобы и вторую часть распаковки. И напишите, пожалуйста, в комментариях, пользовались ли вы этими средствами, что из брендов средств вам знакомо. И поделитесь своими впечатлениями о корейской косметике. Вот такая сегодня получилась распаковка. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным, информативным, и что вы обязательно присмотрели для себя что-нибудь новенькое. Спасибо всем, кто сегодня случайно или же умышленно оказался на моем канале, и до следующего раза. Всем пока!